Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Пиксоники запустили открытый бета-тест игры Warboss Remastering. Пока только на Android, пока только в стране Российской Федерации. Но сегодня у нас 6 число, обещают запустить в русскоговорящих странах. Ну, не знаю, там Беларусь, наверное, будет. Украина. И, соответственно, мы все будем вместе тестировать. Я, как видите, зашел на старую версию игры. Вчера пробовал бета-версию игры. Все работает отлично, успешно. Потом, соответственно, у меня перестал... Ребенку звоню по телефону, сам на работе был. Попросил, поиграй, понабивай мне серебришко. Он заходит в открытый бета-тест и нифига войти не может. Я проверил, с телефона заходит, дома с эмулятора захожу, с одного, другого, третьего не заходит. И поэтому ролик сегодня я не запишу вам открытый бета-тест с красивой графикой. В общем, там все глючно, и дракона к тому же понерфили. Я уже подготавливаюсь к обновлению 6.4 ремастеринг. Поставил фалкончика на двух защитных хэви армор китках. Плюс 20% хпшки. Если, конечно, попадаетесь против топов, лучше ставить один ластент и один хавиар маркит. И также поставил страйдерочка. Ну, фалкончика вместо Раваны, страйдерочка у меня, соответственно, вместо Джуна. У Джуна с обновлением 6.4. С обновлением 6.4 мы не только будем наслаждаться красивой графикой, но еще и будем наслаждаться нерфом Ауджуна очередным. Ибо робот уже устаревший, пора его, наверное, списывать. Или, вернее так, Ауджун настолько популярный, распространенный робот, настолько люди его понасобирали, понакачали. Ну, соответственно, разработчики решили привести ангары ваши в баланс, поэтому... То, что вы пользуетесь, то, что лежит у вас на складе, все учитывается, все подсчитано. Пиксоники аналитику любят. Слушайте, о чем говорят пиксоники, и вы, соответственно, немножко будете уже в игре ориентироваться. Наша игра это не просто играем, кайфуем, а еще нужно как-то прогнозировать действия этих бездельников-пиксоников. Итак, садочка поставил вместо Джуна. Также собрал второй ангар. Если будет дальнобольная карта, слово боль, соответственно, я буду причинять боль издалека. Фура старая добрая. Здесь, конечно, пассивных модулей мне нету, чтобы два ангара крутыми модулями укомплектовать. Поэтому модуль здесь прокачанный, но за серебро серебряный. Если игра загрузится, ну, соответственно, покажу. Показал. Так, Джун. Ну, прокачка там, не знаю, ничего интересного. Равана перекочевала во второй ангар. Конечно, она может и в первом ангаре воевать, но тогда нужны режимы без маяков. А я люблю гонку за маяками. Поэтому вот в таком ангаре. Ремастеринг, к сожалению, показать вам не могу. В бой не входит на эмуляторе. На телефоне входит, повторюсь. Полетели в бой. Итак, полетели воевать. Что-то у меня сообщение. А, понятно, понятно. Пишите, что у вас не работает, если вы играете в ремастеринг. Разработчикам это очень важно. Я это поддерживаю. Чем больше будет сообщений о ошибках, тем, соответственно, больше ошибок разработчики смогут починить, устранить. И потом мы уже, когда уже выйдет финалочка, будем наслаждаться красивой картинкой и, соответственно, отсутствием лагов. Ну и понерфленным Ауджуном, естественно. Как же без этого? Так, играем сейчас в стандартный клиент. Все нормально работает. Работает только здесь... Из режимов быстрый бой, потому что игроков не хватает. Сейчас происходит, скажем, разработчики режут по-живому старые версии игры, новые версии игры. Мы уже не встречаемся, старые и новые версии игры. Вон Равана, синяя Равана, синявка. Так, и мы на фалкончике бежим захватывать маячок. Естественно, все лагает, как же без этого. Давай, 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 давай. Можно нажать лечилочку, отличненько. Фенрир, нифига меня видели, как меня долбит, да? Просто такой катастрофичный... А, это Хок меня долбил. Все понятно, понятно. Я думаю, что это как-то я быстро умираю? А это все нормально, это Хок меня убивал. Так, нет. Скорпик, Скорпион Винс. Флая берем. Теперь вы будете запускать дрона за энергоблоки. Акция закончилась. Так, Хок, я хочу тебя зарезать. Чуть-чуть, один раз, можно? Он летает. Это Хок. Он приземляется в безопасном месте. Опытный ты наш мальчик. А я к тебе пришел в гости. Да-да-да-да-да-да-да. Ты зря моего фалкона обижаешь. Так, да, ластенды его довели. Резко валим. Блин. Надо было раньше нажимать астрал. Ластенд-то работал.
Так, мы теряем центр. Кто его захватил? Что за робот? Вообще не понимаю. А, ну блиц, понятно. Так, смотрим. Вот он, Хок. Давай, 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 давай. Приземляйся, братюня. И мы идем к нему в гости. Он, если не дурак, должен нас уже встречать. Давай, давай. Да он нас встретил, пушки проклял. Я не могу Хока убить. Ну, давайте вернусь. Или все-таки я его убил? Хала убила игрока, а ник не написано. Сервачок данные не передал. Так, сейчас мы возьмем... Я забыл, здесь, соответственно, что стоит здесь... А, вот написано ремонт. А, да-да-да, нормально, берем дрона. Когда я буду выходить из астрала, активную способность эту нажимать, дрон будет меня ремонтировать 5% хпшки. Так, так, у меня ангар, скажем, более-менее заточен под гонку за маяками. Мой любимый режим, как-никак. Соловей-разбойник, иди-ка ты в лес. Ага. В меня всосались, а почему в меня? А я-то не хочу. Джун, играешь, да? Джуне нравится. Скоро ты будешь жестко понежен. Жестко, жестко-прижестко. Ого. Обижаешь меня? Так, рывок. По-моему, скорпиончик меня обижает, да? Ничего не понял. Что творится? Кто по мне стрелял? Так, с этим мы справились. Отлично. И, по-моему, когда FPS не хватает, что ли? Давайте включим отображение FPS. А, соловей по мне стрелял с дробашей. Понятно. Показать FPS нажали. 20 FPS. Да, просадка по FPS. Пиксоники до сих пор не смогли... Ну, в смысле, они и не чинили. Эта версия, так скажем, уже устаревшая. Они и не чинили отображение правильно теней и FPS. У игры есть такая небольшая проблемка. Если работают тени, то FPS просто жутко просаживается на любом устройстве в конце боя. В начале боя активное сражение происходит. С тенями порядочек, все нормально, норм. Соловья ловите, балбесики, пожалуйста, я вас умоляю. Они понимают и ловят. Убил не я, к сожалению. Это какой-то опытный боец, что ли? Ну, вроде как опытный. Роботов не жалеет, всех бьет, обижает. Почему-то достается всегда мне. Минк летает, тоже всех бьет, обижает. Так, рывок. Заливаем дамаг на опережение, стараемся попасть. Ну, не знаю, вроде бы я сделал все правильно. Тут, как видите, FPS 18. И вот, какие-то ошибки накапливаются с тенями в середине и конце боя. Вначале работает все отлично. Вот, тени отключились, видели, как резко лагануло. Да, разработчики с тенями как-то вообще не дружат. Не любят они тени. И напоминаю, если хотите играть с тенями, у вас тени отключились, нужно что сделать? Правильно, неоднократно вам говорил, нужно почистить кэш. Почистите кэш, и, соответственно, появятся у вас тени. Вот такой волшебная игра War Robots. Так, наложили негативный эффект на Титана. Почему-то не отображается снежинка. Ну, вроде как сработало. Помогаем, помогаем. Пилим, пилим. Джун забирает центр. Негодяй, бессовестный негодяй. По мингу давайте тоже негативный эффект применим. Ах ты! Видите, немножко лагает. Когда лагает, играть, как видите, несколько дискомфорта. Глайдер вроде у меня также ремонтируют, когда выходишь из астрала. И плюс к тому же пушки накладывают супрессион. На вражин. Позорных, красных вражин. Даже звук заикается. И причем заикается он везде. Или, а, или снежинка накладывается. Что-то я уже забыл с этими дронами. Так, взлетаем. Вроде бы снежинку, да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Колбасим, 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 колбасим. Да, на этом дроне у меня стоит снежинка. Немножко я подзабыл. Старенький становлюсь. Киберсоник стареет. Вон снежинка пошла наполняться. Я для чего поставил снежинку? Для того, чтобы, соответственно, пушками, вайперами и кварками накладывать эффект снежинка, а потом уже взлетаешь и с помощью пушки и люшки его убиваешь. Ну, титанов. Конкретно антититановская у меня такая сборочка. Накладываем эффект снежинка. Давай, давай, снежинка что-то не очень ложится. Ложись, ложись, снежинка. Так, взлетаем. Вроде легла снежинка. Молодец, Минк еще взлетел, чтобы по нему было удобно стрелять. Так, ищем безопасное местечко. Вот оно, безопасное местечко. Приземляемся. Пока мы проигрываем, но думаю, что-то можем, в принципе, и победить.
какой-то опасный парень. Ты что там, ютубер что ли? Или жесткий донатер? Дон? Дон-га. Можете продолжить. Сочетается как. Так, уходим в астрал. Взлетаем теперь. Хок сейчас должен приземлиться в воду, наверное. Нифига он летает. Слышь ты, летун. Это вообще какой-то жесткий дон. Дон-га. Гондурас, естественно. Так, этот Гондурас довел меня до ластенда. Так, и что-то мы в гонке за маяками проигрываем. Ну, теперь я, соответственно, не могу выбирать режимы, только быстрый бой. Так. Опасное место, опасное. Но мы вроде как выигрываем уже. Мне бы кого-нибудь проклять бы. Можно кого-нибудь проклять? Так, вайперы почти полные. О-о-о-о-о-о. Давайте взлетаем, в общем. Это фатальная ошибка. Так. Астрал у меня имеется. Уходим в астрал, приземляемся. Братюня, я как бы хочу здесь посидеть и потом тебя забрать. Не суетись по тесакам, все будет нормально. Его хок колбасит какой-то. Через 3 секунды будем взлетать. Взлетаем. Разрешение на взлет. Так, снежинка накапливается от встроенной пушки, Илюшки. Но что-то очень-очень плохо. Помогайте, они... Хау, блин, какой-то прокачанный амбал нам достался. Ровно под ним находимся. Ой, тут еще Раван отстреливается. Ну, бой получается, на удивление, интересным. Титанова вальнули, но что-то вроде бы не я. Мы добрались даже до вражеского резба. Я оттолкнул Джуна. Так, щитом закрылся. Ну давайте Джуна колбасить. Джун, ты покусал, что ты скоро будешь вообще просто дно донное. Так, открываем створку щита. Ага. Вообще бой был замечательный. Если бы, представляете, не лагало бы. Это было бы великолепно. Но разработчики, сам этот Фомич, самый главный начальник сказал, нам самое главное качество картинки. FPS, нам вообще на него насрать с высокой колокольни. Так, попал я в тройку лидеров, по урону на первом месте, враг вот этот вот какой-то опасный, и он союз. Полетели дальше. Итак, смертельная битва, большая карта, я даже не знаю, можно выбрать, в принципе, второй ангар, вы знаете, собрала, да, только что вам сказал. И этот Фомич говорит, что для нас самое главное качество картинки, то есть, а FPS, а говорит, ну, а FPS 30-ка, да и пойдет, ну, в принципе, где 30, там и 20, то есть, снижение FPS, начальник Фомич, как я понимаю, допускает, главное, чтобы было тени и все, отражение, блики, ну тени отключаются, понятно. Но в принципе и без теней игра выглядит хорошо. И еще к тому же, в Robot Remastering не работает функция 60 FPS. Но у меня на телефоне Samsung S9 работает средние настройки графики, то есть низкий, средний, высокий, средние работают. На эмуляторах на всех моих, Nox, BlueStack, LD Player, высокие работают. Ну думаю, нужно брать на второй ангар, что-то неохота, как-то непривычно это. Да и не хочу. Возьму и Хока. Как-то второй ангар, блин. Не привык к нему, скорее всего лоханусь. Так, Джун на кламете. Накладываем снежинку. Нифига он умер. Немножко не прокачался, немножко серебра не хватает. Так, вражеский Хок детектед. Ахтун, ахтун, дэнджер, 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 дэнджер. Ушел в НВИ из братюни. Это цель номер один. В астрал. Я же на него охоту объявил. Он еще не понял. Кому он дорогу перешел? Мать его. Ох, ты пушки проклял. Но я умирать-то не хочу. Я хочу тебя убить и остаться в живых. Отлично, умер от рефлекшена, отражения урона. Так, выходим из астрала, мне дрон немножко хпшки восстановил. Но сейчас моя попка в большой-большой опасности, потому что вот там вот вражеский резб. Сидим 7 секунд. Очень я боюсь, очень боюсь. Жалко мне Хока. 500, ой, ё-моё, кто это там попал по мне?
Попал-то понятно, что я. А попали по мне вон с того угла. Так, взлетаем. Это Цербер. Собачка ручная. Так. Не знаю, здесь местечко хорошее, нехорошее. Но вот здесь вот есть такой, так скажем, подъем. Этот подъем мы опустим. Свое тельце, а пушки выставим. Понятно, стрелять не по ком. По-моему, тот Хок обиделся, что я его убил. А возможно, у него был один нормальный робот. И он сказал, блин, нет Хока, нет игры. Все, до свидания. Ну реально, бойцов что-то не хватает у врагов. Так, бегает бешеный Блиц, поэтому сразу без страха и сожаления взлетаем. И Блица нафиг до ластенда дожигаем. У Блица работает уже вторая способность. То есть умение пилота стоит. ХПшки меньше половины. Способность моментально перезаряжается. Здесь респ вообще-то. Здесь страшно опасно может быть. Локи какой-то стоковый пошел. Скорость очень низкая. Реально стоковый Локи, скорее всего. Так. Его быстренько вальнули. Джуны с пилотом Ли разобрались с ним. Накидываем. Никто не респается там. О, Немезис, братюня. У меня есть такой робот. И причем родной пилот. Я вообще планировал сделать антиинфляционный ангар. И одним из роботов был у меня там Немезис. Ну, потихоньку подбегаем уже просто. Личонок. Сопротивление урона дикое. Отлично. О, нет, только не это. Джун, соловей. Еще этот комарик кусает меня. Запилили меня. Ну, это, в принципе, неудивительно. Так, берем что-нибудь быстро. Наверное, берем страйдера. А, пусть с флаем. Энергоблоков пока есть. Будем их кушать. Я так для себя решил, когда останется 20к энергоблоков, я уже, соответственно, буду экономить. А пока гуляем на все. Ну, как на все. Экономно все-таки. Все чипы не буду бездумно ставить. Всякую шляпу. Ты лагаешь или что? Ничего не могу понять. Все, кончился. Так. Никак не может снежинка на него сработать. Давайте наложим снежинку на него. Накладем. Наклали на него снежинку. Ой, это толкаться сейчас будет. Ты не толкайся. Ну, Артур. Будь добрее. О, Хок, давай его вместе мочканем. Я на него снежинку наложу, а ты с помощью пушки встроенной его просто изрешетишь. Так, накладываю снежинку. Снежинка сработала. Хок, ты выше лети, выше. О, убил его, отлично. Слышь, малыш, что тебе надо? Ну, ты, конечно, молодец, что воюешь до последнего. О, страйдер, как у меня. Антиконтрол сработал у него какой-то там. Хватит бегать, по тебе невозможно попасть. Малыш. Стой, отлично, отдыхай. Так, остался один негодяй, это Соловей, да? Соловья-то мы и не заметили. Так. У Хока вроде бы глазик есть. Что-то как-то он начал стрелять почему-то. Все, кончился. Еще кто-нибудь есть? Желающие. У меня, в принципе, обойма полна. Вот, желающий один есть. Но это Хок вроде бы. Ой, не-не-не-не-не. Подождем немножко. Всех жарит, колбасит. Боль причиняет. И страдания. Он меня убил. Молодец, красава. Ну, я уже не буду выходить, наверное. А, титана взять нужно. Титан заряжается. Ё-моё. Титана я не успел взять. Значит, немножко очков получу поменьше. Чем все. Кто взял титана? А у нас, по-моему, никто не взял титана. Все? Все, давайте посмотрим итоговую табличку. Ну, бой был, так скажем, не на равных. Возможно, тот Хок. Я не обратил внимания на них. Но он все-таки психанул, такое ощущение, что его Хоком очканул. И он дико расстроился. Ну что, не расстраивайся, эта игра. Так, отлично. Плюс сколько? 4, 8, отлично. Полетели дальше. То же самое. Та же самая карта, тот же самый режим.
Ну, может со Скорпиона начать. Разведку боем проведем. Так, и не я один, да. Вот он, техно-скорпиончик. Без ластендика. Новичокер, да? Признавайся, а? Братюня? Нифига он уже получает. Так, давайте посмотрим нашу команду. Наша команда неудачников. Посмотрим на врагов. Ну, вроде такие же неудачники. Неудачники против неудачников. Так, Хейдес, давай-ка я твоим тельцем закроюсь. Вот так вот. Живой щит, так скажем. Так, техноскорпион уже отработал. Технарь. Ну, ой, а там лич. Ну, возвращаемся, наверное. Не знаю, что еще делать. Что тут можно сделать? Ничего не сделаешь. Так, место вроде бы как безопасное. Нет, не сильно безопасное. Пинают меня, пинают, офигеть. Я так и знал, блин. 350 метров для этой карты маловато будет. Так. Блиц. Братюня, ну я постреляю немножко хотя бы. Можно? До ластенда можно довести тебе? Ну, пожалуйста. Уходим в остал, уходим обратно. Хоп, 5% хпшки восстановилось. Не знаю, до ластенда довел его. Ой, еще в бочину простреливают. Нашел все-таки лазейку, как меня достать, одолеть. Вот давай попробуем так, глайдера. Да, скорпион для такой карты не очень, не очень, не очень. Тихо, малыш, не лагай, я видел, ты лаганул неплохо так. Так, коррозия должна его сожрать, по идее. Бартюня, извини, которого я обижаю, но я надеюсь на коррозию. Что ты получишь минимальный вред, а от коррозии все-таки будет больший урон. Так, обоим сбрасываем. Перед братюней извинились. Там у нас скорпиончик спит. Скорпиончик, привет. Я нашел лазейку. Так, ждем, пока он будет активироваться. Взлетаем. Вот он, вот оно. Недоразумение. Я ж тебя раскусил, когда ты будешь взлетать. И специально, соответственно, начал вовремя взлетать. Так, сейчас стреляем, стреляем, стреляем. Вот так делаем. И продолжаем стрелять, 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 стрелять. Резко валим. Выдыхаем. Ты реально без способности попер на меня? Ты вообще видел, что это за робот-то, а? Это же Наташа модернизированная. Наташа 2020 года выпуска. Версия. Наташа V2. Так, обоим опять сбрасываем. Это вам не нуклеоны. Тут надо постоянно следить за боекомплектом. Врагов мы потихонечку рвем. 10-2. Отличненько. Я скоро окажусь в чемпиончиках. Потихонечку ко врагам подбегаем. Там орудуют. На соседних там стингах. Васпа, как называется. Вайперы. Ай, твали, братюня, блин. Так. Тайм Хокан. Потом... Тайм Пукан. Пукан назовись. Врагов потихоньку мы зажимаем. Ты Джун, да? Джун, тебя близко пускать нельзя, а то ты взлетишь, меня будешь колбасить. Так. Подняли мы Джуна. И теперь Джун, соответственно, не атаковать не сможет. Но почему-то он в атаку все-таки идет. Ты зачем в атаку идешь? Это ж твоя верная погибель, братюня. Ну ладно, сам напросился. Я тебя специально развел на способность. Ты должен был возвращаться. Ой-о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 й. Тут же вражеский респ. Это же вражеский респ. Это же вражеский респ. Это же вражеский респ. Японский квадрокоптер. Потерял я робота. Да, жестко. Это было жестко. Ну, так, наверное. Сейчас будем делать мстя. Стреляем там на опережение. Не знаю, там куда стрелять. Может, все лагает нафиг. В нашей киберспортивной игре. Игрушки, игрулечки. Бам-бам-бам. Так, здесь все нормально? Нет, не нормально уже. Не обращал внимания направо, а там, соответственно, негодяй. На негодяя можем наложить негативный эффект, но чтобы был полный кайф, нужно посмотреть, будут ли мне помогать. А мне будут помогать, поэтому мы должны как-то кого-то развести. Как тебя развести? О, это я. А он не разводится, он из опытных. Ты опытный, да, братюня?
О, Хок пришел. Давай, давай, давай его сейчас. Оттарабаним. Снежинка сработала. По-любому сработала. Так. Давай, давай, его. Чуть не взлетаешь-то, братюня. Я его убил, отлично. А Стайдер дамагет. Ну и напоминаю, в нашей игре смотрят статистику. Пиксоники любят статистику. Ставят ее во главу угла. Если они увидят по статистике, что у вас стало много страйдеровочка, много фалконов, все понерфится просто нахрен в говнину. Не ради баланса, а просто в говнину. Так что имейте это в виду. Один ангар, один робот. Ну, одного типа, соответственно. Так, врагов мы опять зажали, в принципе, как и в предыдущем бою. Но у меня нет Хока, а без Хока я не умею играть. Ну чё, надо как-то накладывать негативный эффект. Ты готов? Я лечу на крыльях ночи. Я даже жертвую ластендом. Все, видишь, как получилось у нас? Тандем хорошенький, да? Только ты, пожалуйста, не умирай. Не умирай, не умирай. Не умирай! Димон! Блин, Каринтон, а. Я-то пошел сюда, думал, сейчас мы все будем валить, я буду колдовать снежинку. Ой, ё-моё, заколбасили меня. Просто заколбасили. Значит, я беру титана. Да. Ты идиот. А, ты пилот, все понятно. Вопросов больше не имею, как говорится. Так, ну и на черепашьей скорости бежим, 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 бежим. Там Морес. Не достаю до своих пульками. А сейчас достаю. Крутим барабан. И Арес отдал стенника. Трыть! Нет, трыть не получилось, как-то долго. Закрываем щит на всякий случай. И Ареса трыть! Убили. Это Джун, трыть! Убили. Нет, не убили. Трыть! То есть мы тебя не убьем, конечно. Потихоньку идем. Плям. 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 Блин, пока я шел, его уже убили. О, ё-моё, японский городовой. Ты у нас фалкон, что ли? Блям. 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 Простреливаемое место. Ты плохо спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. По Артуру накидываем. Закрываемся щитом, чтобы в ответку нам не прилетело. Плям. 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 Вот объясните логику. Зачем он взял Локи в конце боя в режиме без маяков? Я просто в шоке. И ты думаешь, что Локи такой дамагер? Ты сейчас взял Локи и будешь дамаг раздавать. Я понимаю, гонки за маяками, давайте, чтобы маяки захватывать. Там, или там пойти резь, ну, по флангам, там эффект неожиданности кого-то забрать. А он взял Локи и пошел титаном валить. Ну это просто то же самое, что взять калибр. Какой у меня был раньше калибр-то? Мелкашку. Взять мелкашку и пойти на медведя. Такой же эффект, я не знаю. Ну, конечно, ты с мелкашки можешь там кого-то там голубя убить, там утку. Надо цели правильно выбирать. Нет, конец боя, взял Локи, пошел титана валить. Да, Локи, конечно же, у нас почетный, общеизвестный убийца титанов. Причем неоднократно это уже замечаю. Так, итоговую табличку покажи. Я герой, ну, почти герой. Так, плюс 8, плюс 16. Давайте выходим в ангар. И посмотрим, естественно, мою статистику. Я вылезу вообще из мастеров. Сегодня ребенок не играл, потому что в ремастер не смог зайти. Вернее, зашел в ангар, в бой нажимает, в бой не впускает. Так что мне ребенок лигу не сливал. Опять мастера, один, блин, японский квадрокоптер. Ну, на этом все, друзья, пока.